Я никогда не думала, что я смогу. Жизненные трудности, экстремальные ситуации, ощущение поддержки – это позволяло мне двигаться вперед. Я искала себя в профессии инженера, но для меня это была пустота. Мне всегда было легче работать с людьми. Только в общении я нахожу душевную теплоту, чувствую, что я нужна, что меня понимают. И для меня эта школьная суета родная, понятная мне атмосфера. С детьми я не чувствую усталости. Они заставляют меня все время быть в тонусе, учить других и учиться самой. Я могу вести за собой других. Я не боюсь брать ответственность за всю команду. Часто радуюсь успехам своих педагогов больше, чем своим достижениям. Многие стали лучшими учителями Кубани в своих направлениях. Давать возможности для роста – это такое счастье. Растет школа – расту я. Это мое настоящее. Настоящее счастье. Я меткий стрелок. Я привыкла ставить сложные задачи. Чем дальше цель, тем ценнее победа. Огонь! Легких путей не бывает. Кто не боится трудностей, тот и преодолеет свою полосу препятствий. Поднимаясь на очередную высоту, четко понимаю, что на горизонте откроется перспектива новых целей, новых непокоренных вершин. И меня это не пугает, не останавливает. Я знаю, что я смогу.